Пожар произошел примерно в 5 часов утра. В этот момент здесь находился хозяин участка. Он остался с ночевкой и, поскольку было очень холодно, решил погреться с помощью газовой плиты. Вечером мужчина убрал урожай и позвонил жене. Во всем садовом обществе было отключено электричество. Мужчина включил газовую плиту и уснул. В это время в доме начался пожар. Огонь увидели соседи. Они-то и вызвали пожарных. Толик хороший мужчина был, не знаю. Он не пил, не буянил. Нам его жалко очень даже. Утром, говорит, было очень сильно собаки, говорит, лаяли. Сильный хлопок, говорит. Я от этого хлопока испугалась, говорит, это проснулась, вот соседка рассказывала. К моменту приезда спасателей крыша домика обвалилась внутрь. Догорал микроавтобус «Хендай». При разборе места происшествия пожарные обнаружили тело погибшего. Здесь же они увидели газовый баллон, а в доме плиту. По словам родных, накануне трагедии мужчина переместил плиту с веранды в жилую комнату. Предварительная причина возгорания – неправильное подключение плиты. Перед началом отопительного сезона это необходимо проверить отопительные приборы. К ним относятся электрические и печи. То есть перед топкой печи необходимо проверить исправность как печи, так и дымохода. А еще нужно очищать дымоходы и не перегружать электроприборы. За текущий год это уже 4-я гибель при пожаре. Светлана Шумкова, Евгений Лызаев, новости НТР.